танцуй со мной. Ты не радуйся особо-то. Я не радуюсь. Я на Ты да, отойди. Кто-то денежки отмывает. Конечно, я документы его сломали. Ты что, подушку второй дом сгорел. О, Боже. Как обычно. Первый раз так. Оно, может, внутри-то загоралось. Я вот сидела, ничего нету. Потом трещит. И я думала, это машинка въехала. Окно открыто. Сегодня с утра лазили. Лазили, хорошо лазили. Очень хорошо лазили. Мне один сказал, а тебе что, все больше надо получить? Я, знаешь, так говорю телефон. Я говорю, алло, алло, милиция, милиция. Тебе больше всех надо, что ли, делать? А в милицию что звонит? Я звонила несколько раз. Они все вот стараются. Так они приедут, они, блядь, ко мне домой идут. А
сказать, у меня, я говорю, хули вот мне, ну не надо. А это специально, чтобы то не сломать. Я говорю, вы туда идите. Чтобы там сломать под все эти животные. Вот и мы делаем. А тут пожар, конечно. Далее куда же? По-моему, знаем, из-за чего пожар. У нас администрация работает. Все нормально. Все спасает. Они давно так тушат уже? Минут 15. Да? Так сильно разгорелось. Да стало меньше. Ага. А этого хуярило вообще? Да. А газопроводец тоже, ну, отрублен давно уже? Да, наверное. Или тоже так? Ну, сейчас увидим, если что. Хуй знает. Но он, типа, он не нагревается сильно в такой температуре.